Писец – обитатель северных районов Евразии и Америки. Это относительно небольшой зверек, внешне очень похожий на лису. Наиболее характерное место его обитания – тундра и лесотундра. Хотя зимой, бродяжничая в поисках наиболее кормных мест, песцы могут появляться в лесной зоне или, наоборот, выходить на льды Северного Ледовитого океана, где они сопровождают белых медведей, питаясь остатками их добычи. Обычная же пища песца – тундровые грызуны, а также птенцы и яйца гнездящихся в тундре птиц. Песцы – единственные из псовых, меняющие окраску меха в зависимости от сезона. Зимний мех песца густой, пышный, снежно-белый или с различными оттенками желтоватого или серо-голубого. Летом же мех песца короткий, весьма неприглядного грязно-бурого цвета.